Небольшая прогулка после очень жаркого дня. Средне-поздние сорта открывают цветы. И поздние тоже. Солнце село, но птицы еще поют. Сара Бернар. Сильный ветер был весь день. Прямо штормовой. А вот сейчас тишина. Такой приятный шелест. Можно даже букет срезать. Посмотрите, какой дюшес денемур. Огромный куст. Я не знаю, сколько у него цветов. Но еще будут цвести боковые бутоны. А посмотрите, какой Александр Флеминг. Уже начинаем обрезать первые цветы. Видите, как плавятся на жаре. Вот в таких тонах цветет он жаркое лето. Высокий куст в этом сезоне. Пион с букетным цветением. Один стебель, один букет. Вот, смотрите, один стебель открывает все сразу. И боковые бутоны, и основной цветок. Так всегда замечательно выглядит. Первые цветы крупные, очень крупные. Очень добротный сорт Александр Флеминг. Альберт Круз открывает цветы. А Флеминг в самой середине своего цветения, в середине июня. Но это невысокий сорт Ширли Темп. Зато очень широкий куст, сантиметров 70 в высоту. Очень красивые цветы. Пришел на смену Редчарму. Редчарм, друзья, отцвел. Цвел 10 дней. Плюс 2 дня. Один на распуск и один на срезку. Борзелла открывают цветы. Позднее время уже. Будет завтра жаркая погода. Видите, на ночь они не закрываются. Еще одна борзелла открывает цветы. Средние, среднепоздние сорта пришли на смену ранним сортам. Цветение продолжается, друзья. Мы любуемся. В основном вечером, днем очень жарко. И смотрите, какой на жаре First Arrival, то гибрид.
Что-то даже Кора Луизу напоминает, но вот не совсем потерял он свои сиреневые тона. Молод еще. Смотрите, как спит Лемон Шифон. Треугольниками складывает свои махровые цветы и засыпает. Очень быстро он, друзья, теряет цветы на жаре. Можно сказать, что уснул Лемон Шифон. Ну и самый старый куст на участке. В этом сезоне цветет могучей кучей. Не стали мы его подвязывать, слишком жарко. Лидия Александра Дав. Крупные цветы пришлось обрезать слишком быстро. Жара их испортила. Нужно было активнее поливать этот сорт. Очень большой куст. Пышный. Но поцветут еще розовеющие бутоны боковые. А вот так, смотрите, ложится спать мисс Америка. Открывает боковые бутоны и одновременно прикрывает взрослые цветы. Чейз Кантри тоже спать ложится. Видите, как закрывается. Интересные цветы пионы. И вот Санома Еда и то гибрид тоже открывает первый цветок. И Армани, между прочим, тоже, друзья, смотрите, ложится спать. Какие же интересные цветы эти пионы. Всем, друзья, хорошего вечера и спокойной ночи.